Старт первенства по баскетболу среди школ гимназии областного лицея был дан 27 января. На протяжении двух недель команды упорно боролись за первое место, показывая все, на что они способны и чему успели научиться в процессе тренировок. Каждая игра первенства была захватывающей, зрелищной и упорной. Сейчас у нас проходили финальные игры первенства Ленинского района по баскетболу. В финале играли 6 лучших команд. Перед этим в трех школах проходили предварительные игры в школах номер 33, 16 и школе номер 27. По две лучшие команды вышли в финал, и среди них мы определили сегодня тройку лучших команд района. Соревнования такого плана входят в программу района спартакиады, а потому участие в первенстве обязательно, отстаивается престиж школы. Оттого и весьма волнительно, хочется показать достойные результаты. Кроме того, баскетбол – это командный вид спорта, который развивает ребят не только физически, но и учит их командным навыкам, воспитывает умение быстро принимать верные решения и работать в коллективе. Каждая из команд готовилась к первенству долго и была настроена на победу, но в соревнованиях всегда побеждает сильнейший. На этот раз лидером стала команда средней школы номер 17. Готовились мы действительно долго. Каждый из наших ребят, он действительно трудился, и нам победа эта была нужна. Это уже наш последний год. Мы сейчас 11 класс. Некоторые ребята, конечно, останутся, но основная пятерка игроков, мы уже уйдем. Поэтому это была принципиальная победа. Второе место заняла команда средней школы номер 16, а третье место – школа номер 27. Кроме того, учащийся средней школы номер 27 Иван Рекун заслужил звание «Лучший баскетболист Ленинского района». Каждый участник команд победителей получил почетную грамоту и искренние поздравления. Ирина Кузьмич, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.